Друзья, всем привет! Сегодня такое делаю видео, без обработки, без ничего, прямо сейчас все, что сниму, и прямо сейчас же все это выложу. У меня сегодня такой с вами искренний такой разговор. Ну, на какую тему? Сейчас я вам все расскажу. Сейчас просто тут общался с одним по телефону. Вот мне бывает, пишите, ну, не все, некоторые, конечно, бывает, пишут мне тут. Вот твоя реклама, что ты нам рекламу показываешь? Нафиг нам твоя реклама не нужна? Вот я тут последний раз показал, помните, показывал от Минога. Эти, как называют, силиконки там. Ну, как снасти для рыбалки. Почему в рыбацком канале, в рыбалке прямо не показать силиконовые вещи, хорошие, качественные? Я же не показываю какое-то вообще там неизвестное что. Не показать, я вот так думаю иногда. Тем более я от этого ничего не имею. Мне просто прислали, вернее, мне сказали, выбери там, ну, на пару тысяч там какого-то товара из этого и покажи там на канале. Ну, я выбрал, показал. И все. Показал буквально пару минут. Тем более вещи хорошие, качественные. Если бы там они были некачественные, я так и сказал бы, ребят, не стоит брать. А если хорошие, качественные, почему бы и нет? Я всегда вас называю друзья. Почему? Потому что я всегда с вами искренне, я не собираюсь обманывать, никогда у меня этого и не было. А почему начал этот разговор вообще? Потому что вот сейчас мне звонила там одна компания, уже не первый раз, это уже продолжается, я все откладываю, говорю, перезвоните позже, давайте позже переложим. Сейчас опять отложил, я не могу сразу отказать. Нет бы сказать, да пошли вы нафиг, и все. А я все, ну давайте позже, у меня такой характер тоже. А по поводу рекламы, опять же, знаете какой? Ну типа игровых автоматов, только там не игровой автомат, а там Илон Маск летит на ракете, я должен показать вам, ну как бы показать пару минут, сказать, вот смотрите, друзья, как это, я прям выиграю при вас. Это уже получается как обман. Короче, вы это, может, не поймете, я на самом деле как будто бы и выиграю, и все. Покажу вам ставки. На самом деле это полный обман, друзья. Полная фигня. Я не хочу обманывать вас. Я всегда перед вами искренний. Мне совершенно это интересно. И предлагают хорошие деньги, понимаете? И работают на постоянной основе. Я мог бы в месяц зарабатывать там, я не знаю, хорошую зарплату. Там, не знаю, 1030-40, наверное. В каждое видео мог вставлять эту рекламу и показывать вам. Но я на это не ведусь, понимаете? Даже не собираюсь. Но вот почему не показать? Вы, наверное, тоже бывает пишете. Показал я мобильный телефон. Водонепроницаемый, неубиваемый. Это у меня второй канал, я оставлю ссылочку, можете посмотреть, кому интересен второй мой канал. Там у меня с Китая товары, я раньше снимал, показывал, ну сейчас продолжаю снимать. Сейчас, конечно, меньше заказываю, но что-то присылают. И вот бывает там, смартфон мне прислали, неубиваемый, там, водонепроницаемый, хорошими камерами. Почему бы не показать мне на моем рыбацком канале этот смартфон? Я так думаю, что у меня есть и охотники, и рыбаки кто-то смотрит, грибники, хорошие... неубиваемый. Вот я, кстати, поэтому сейчас смартфон вот снимаю. У меня тоже этот смартфон. Вот непроницаемый такой же, неубиваемый. Нормально работает. Что еще тут сказать? Кто-то мне писал, ты продался китайцам. Вот, чем я продался? Если хорошие вещи. Тем более, сейчас у нас все китайское. Что не скажешь. Был бы плохая вещь, если кто-то еще. Я бы не стал показывать. Вот как по этой рекламе даже сейчас, которая меня просит. И я вот специально это видео сейчас сделаю и выкладываю его. Вот хочу сейчас сделать и выложить прямо сейчас. Это будет поздно вечером. Сейчас время уже... 8 вечера доходит. Чтобы меня уже не соблазняла эта реклама никаким образом, а то они мне опять звонят, я уже буду знать, что я уже точно не свяжусь с ними и не буду никакой рекламой этой заниматься, вот этой вот Илон Маском, этой ракетой, этими ставками. Понимаете? Поэтому никого не хочу обманывать, хочу, чтобы было все правильно и все по совести. А если какую-то рекламу вставил там иногда, вот эти, то это бывает редко, там может быть 1-2 рекламы там из 10 видео, и то это редко, в последнее время иногда. Почему бы и не вставить? Просто китайцы бывает просят. На том канале сделаю вещь, там, снял смартфон. А это снизу, покажите, пожалуйста, типа, на втором канале. Ну, я думаю, почему бы не показать мощный смартфон, неубиваемый, водонепроницаемый, или планшет качественный, мощный, который действительно он не бьется. Его кидай, бей, он не разбивается, и он в воде не тонет, и там камеры, и ночного видео. Почему бы не показать эту вещь? Кому-то, может, и охотник пригодится, или кому-то, и вообще, вещь неплохая. А уже покупать или нет, это решит сам. Ну, из вас подписчик или кто-то. Поэтому вот такие вот, друзья, дела. Обманывать никого не хочу. И разговор у меня с вами такой искренний. Ну и... А если реклама, конечно, да, иногда кого-то напрягает, там, в рыбалке это показал. Ну, это бывает редко очень. Показал. Ну, просто перемотайте, если неинтересно, чуть-чуть там. И все. И рекламы нет больше. Вот такие дела, друзья. Ну, и по поводу чего еще пообщаться в данный момент. Вы у меня, конечно, самые лучшие. Я всегда вас называю друзья. Я перед вами искренний. Всегда все говорю.
Ну, есть, конечно, интересные там у меня, как говорится, особы. Кто-то пишет такие нехорошие комментарии, все. Но и всегда пишут, и всегда смотрят, и подписаны, и всегда смотрят. Зачем-то смотреть? Я просто считаю так, ну, если неинтересен я, или я противен, я не знаю. Или семья моя чем-то неинтересна, там, противна, как-то чего-то. Бывает даже на Мишу говорят, а Миша у вас такой-то сякой-то плохой. Ну, как вы можете выявить по этому видео, по этим кусочкам? Ну, да, где-то какая-то... Там момент снимаешь видео, где-то какой-то момент там показал, там, может быть, Миша спылил, или что-то сказал, или как-то произошло, или что-то. Я снял тот момент, как-то получилось. Там кто-то сказал, а он такой-сякой. Как можно определить по этим видео, по этим кусочкам все достоинства? И вообще, зачем это говорить даже так вот? Я вот тоже, бывает, смотрю чужие видео, еще. Я посмотрел, что мне интересно. Посмотрел все, написал, ну, классно у тебя, вообще, мне понравилось. Или как, а как ты это сделал? Или как ты это сделал? А как, что там сделал, кто там, что там? То уже его дело, пусть он делает, как он хочет и что он хочет. И видео все не покажу. Бывает, говорите, ты так сделал, ты это сделал. Видео буквально снимается, ну, 15-20 минут, 30 минут снимается. А жизнь, она огромная. Все не покажешь, поэтому где-то что-то подрежешь, где-то сделаешь, чтобы было компактно, красиво. И красиво показать, понимаете? Вот такие вот, друзья, дела. Ну, а в основном, почему я сейчас так вот, такое включение так вот записал, это вот по поводу этой рекламы, которую мне сейчас вот просили, от этого Илон Маска. То, что те рекламы, они почему бы их не показать, а вот эта реклама, это действительно ерунда. Я не собираюсь это делать, не собираюсь никого обманывать. Хотя можно этим и заработать, понимаете? Поэтому вот такой вот был сегодня разговор. Ну, а видео, конечно, еще будем снимать, будет много всего интересного. Просто, понимаете, на видео много не заработаешь. Ну, на бензин, на что-то заработаешь, так по мелочи. А приходится работать, друзья, чтобы заработать основные, как говорится, деньги. Поэтому всего не успеешь. Но будем стараться. Так что все. На этом, друзья, все. Всем спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Не обижайтесь, что я там рекламу какую-то вставляю. Иногда и очень редко. Но китайцы просят немножко вставить. Ну, а на второй канал оставлю ссылку. Посмотрите, может, кому понравится мой второй канал. Ну и все, еще раз всем пока, до скорых встреч.